Всем привет, вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить игру Марта is Dead. Я напоминаю, что в игре могут присутствовать не самые приятные сцены, и особо впечатлительным ее смотреть не рекомендуется, либо играть. Так. Anyway, все, что тут есть, в первой серии, в прошлой перечислено, чтоб вы знали. Тут мы с Мартой на празднике Святого Покровителя. Это было всего несколько месяцев назад. Да сейчас. Марта попросила мою фотографию, хотела вставить ее в эту рамку. Хотела, чтобы я сделала выражение лица, которое ее всегда смешило. Выражение, которое она не могла повторить. Она говорила, это след моей души. Может ли фотография запечатлеть душу? Могу ли я запечатлеть душу Марты? Новая глава комната. Так, шо... О, господи. Ой-ой-ой. Спейс выделить точки интереса. Дайте мне точки интереса, я выделяю, да. Страшные сказки. В последнее время все кажется страшным, хотя все здесь такое красивое и яркое. Это реально выглядит очень стрёмно. Особенно третье. Ой, ты чего лагаешь? Я не знаю, что с игрой, но иногда она подлагивает. И типа... Ну ок. Подвезите оптимизацию. Это шкатулка Марты. В ней может быть то, что поможет выяснить, что случилось. Но нам нужен ключ, конечно. Одежда Марты. Когда я ее ношу, кажется, что она со мной, и мама тоже была бы рада увидеть эту одежду. Или же я могу надеть свои вещи, а не в другом шкафу. Подожди, я еще не знаю, что я хочу надеть. Еще более страшные сказки. Уже 9:30. Я всегда держу свою шкатулку закрытой. Так открой ее. 18 июля. Вся семья в сборе. Редко такое бывает. Ой, какое качество прекрасное. Мое платье. Его носила Марта, когда она... Май гад. Почему она была в твоем платье? Скоро ко мне придет няня. Коллекция бабочек. Я для меня собрал папа. Черт возьми, если мама увидит эту картину, она точно ее выбросит. Это мы с Лапа, мне хочется как можно скорее его увидеть, чтобы плакать смерть Марты вместе. Опа, что? Мне нравится, что книги и игры из моего детства до сих пор со мной. Это я с няней, или это Март? Уже никто не помнит. Можно ли быть Мартой без ее одежды? Мама никогда не хотела, чтобы мы менялись вещами, поэтому не знаю, как она это воспримет. Я могу надеть вещи Марты, а не в другом шкафу. А я вот не знаю, но типа она хочет притворяться Мартой. Я буду следовать тому, что она хочет, наверное. Хотя, с другой стороны... Вы надели одежду Марты. Ну, типа того. Это что такое? Наш прекрасный дом. Несмотря ни на что, я предпочитаю жить здесь.
Все необходимое у меня в сумке. Вы открыли сумку Джулии. В ней хранятся вещи, которые Джулия всегда носит с собой, также любые подобранные в игре предметы. Список предметов находится внизу слева. Выберите предмет, чтобы использовать или изучить его. А теперь попробуйте выбрать ключ или карту. Цель, фотоаппарат. Я люблю, чтобы фотоаппарат всегда был со мной. Никогда не знаешь, когда выдастся шанс для идеального снимка. Карта. Это я. Ого. Ничего себе. Альбом. Нет, журнал. Ну, журнал. Счет моей шкатулки. Here is my diary. Мой дневник. July 12 июля 1944 год. Это новый дневник. Мы сегодня приехали, а старый я забыла дома. Но это пустяки. Новая глава в моей жизни. Новый дневник. Говорят, что нас сюда привезли для нашей же безопасности, из-за папы, войны и все в таком духе. Няня оставила нам свой дом и сама отправилась смотреть за поместьем. Странное чувство вернуться сюда спустя столько лет. Помню, как няня рассказывала мне сказку об озерной даме. Это одно из немногих счастливых воспоминаний из моего детства. Грустно, что здесь нет няни, но зато у меня есть Марта. И я смогу чаще видеть Лапа, это не может не радовать. Он всегда здесь околачивается. Мама, к счастью, слишком занята ремонтом дома, чтобы меня опекать. По крайней мере, пока. July 16 июля 1944 год. Есть в лесах нечто жуткое. Каждый раз на озере у меня возникает непонятное чувство. Может, это мой разум надо мной подшучивает из-за легенды о даме. Возникают странные ощущения. Сначала кажется, будто рядом кто-то есть. А потом, что схожу с ума. Однако я хочу сделать фотографии, схожу я с ума или нет. Мне не страшно, напротив, я взбудоражена. Я договорилась с Мартой, завтра она пойдет со мной на озеро и поможет установить фотоаппараты с таймерами. И посмотрим, что нам удастся заснять. Но сначала, само собой, вдоволь накупаемся. По правде сказать, Марта не особо увлекается фотографированием, а недавно и плавать ей стало неохота. Но ей нравится быть со мной и дразнить меня. Когда она скучит, она с головой уходит из своей книги, я ухожу заниматься своими делами. В компании друг с другом мы чувствуем себя на своем месте. Да, Эрих, сейчас приду, только поднимусь и позову Марту к завтраку. Хорошо, вряд ли ей стоит спать дни напролет, как считаешь? Ладно, давай, пойдем. Что-что? Ладно, не буду ее будить, просто свет у нее включу. Когда проснется, поймет, что снизу ее ждут к завтраку, в смысле свет, сейчас же утро. Они действительно принимают меня за Марту, думают, что я их не слышу. Нельзя болтать лишнего, иначе беды мне не миновать. Понятно. Ух ты, что это за дверь? Ну, красивенько. Снег так прекрасен. К сожалению, здесь он идет редко. Папа любит эти гравюры с изображением Флоренции. Я же нахожу их немного грустными. В нашем доме картин хватает. Мама страстно любит рисовать. Я знаю, как бежать. Я уже бегала, как бы, да. Мне нравится игра, мне нравится, что тут происходит, но мне не нравятся вот эти подлагивания и типа тут. В детстве, когда я проводила несколько коротких лет с няней, здесь была моя комната. Закрыто. Странно, зачем закрывать мою комнату? Мамин фамильный герб.
Завтрак Марты готов, мы можем идти. Да, уже поздно. Оставил Марте газету, сам знаешь, как она любит их читать. Да, Ирена, она же на столе, не видишь, что ли? А фотоаппарат, оставляешь его здесь? Да, Ирена, можно здесь его на пару дней оставить? Не возражаешь? Я хотела отдать его Джулии, чуть позже заберу. Обещаю. Слишком грустно от мысли, что нужно его убрать. Видеть его тут словно... Не знаю, как объяснить. Ладно, идем уже. У нас много дел, трещать без умолку. Мы не можем себе позволить. Но папа правильно сказал, Марта постоянно читает. Поэтому вместо нее газету буду читать я. Их везде не будет, подготовка к похоронам занимает много времени. Еще и война все усложняет, я редко буду их видеть следующие несколько дней. Цель фотоаппарат. Есть газету. Дополнительно тот, что отец ставил на столе, может подойти. Окей, прекрасно. Глубокой зимой я ложилась спать, прильнув к камину. Аня не сердилась. Джулия, ты что, хочешь превратиться в уголек? Папа говорит, что у нас здесь делают просто необычайное вино. Ненавижу вино. Предпочитаю пиво. Это не наши тарелки, их тут оставила няня. Я их хорошо помню. Мамин фамильный герб, опять. Не совсем понимаю, что и почему их так много, но ладно. Да, это задание, это ясно. Шоколад. В наши дни привилегии немногих. Я так понимаю, они относительно из благополучной, ну, богатой, в смысле, семьи на период этого времени. Хлеб, масло, мармелад и кофе. Обычный завтрак Марты. Я предпочитаю молоко с медом, но нужно представиться, подаю вкусы. Очевидно, подстраиваться. Для Джулии, чтобы было как можно больше фотографий, папа. Надо сделать фотографии, чтобы понять, работает ли он. Можно заснять воробья, их здесь так много. Хорошо, я это сделаю позже. Давай, прочитаю газетку. Птицы могут быть около маленькой ограды перед домом. Я всегда оставляю на ней кружки для них. Жестокое убийство в Сан-Кашано. Джулия Кей, юная девушка из уважаемой семьи, зверски убита недалеко от своего дома. Карабинеры проводят расследование, возможно, политический мотив. Марту убила не политика и не война. Ее убило нечто гораздо более близкое и менее очевидное. Я узнаю правду. Ага, прекратить. Надежный оплот даже в небесах. За 24 часа сбиты 159 самолетов немецкой оборонительной авиации. Крупная операция русских северо-запада от города Яссы. Вражеский конвой потерпел поражение в Средиземном море. Потоплены 2 эсминца и 6 торговых судов. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Джулия Кей. Опечаленные, но поддерживаемые верой мать Ирена и отец Эрих и сестра Марта с грустью сообщают о кончине Джулии. Похороны состоятся в Ла-Рамоле в четверг, 20 июля, в 21:30. Выезд из имения покойной. Thursday, July 20th at 9:30 p.m. Departing from the property of the deceased. Первое улучшение по части продовольственных карточек. С 20 апреля дневной хлеб, хлебный паёк увеличен на 50 граммов на килограмм. В месяц увеличена выдача продуктов для супа, реформы в отношении сельскохозяйственных рабочих и неожиданная выдача мармелада. Всё. А тут что? Могу я походить у вас по дому, да? А Данте с иллюстрациями Доре, как всегда, жизнерадостная картина. Очень жизнерадостная. Супер класс. Действительно.
Окей. Война. Всегда война. Даже на картинах. О май гад, она так сказала, это начало, типа, во. И мне сразу в голове всплыла фраза из Fallout'а. О боже. Одна из многих фотографий папы. Кто же знает, кто все эти люди рядом с ним. Война никогда не меняется. Эти маски, я помню их очень отчетливо. Я всегда пыталась скрыться от их взгляда. Я любила смотреть, как няня готовит. Я всегда узнавала кучу кулинарных хитростей. Тут вроде нечего пощупать. Ой, да перестань. Ой, да что с тобой? Старая фотография этого дома, снятая папой. Домик-то у вас большой, ты смотри. Где я? Я тут. А тут что? Нам так повезло. В эти непростые времена кладовые пустые люди голодают, но если твой папа немецкий генерал, еды всегда хватает. Оу. Оу. Ну офигеть. Присядь, может? Галантерия, что-то там, 5 метров серой хлопчатобумажной ткани, 6 метров белой льняной ткани, 4 метра зеленого атласа. Доставлено 5 июня 1944 года. В случае возникновения проблем, свяжитесь с нами по номеру 6987. А красная ткань? Про нее ни слова. Может быть, мама или няня здесь оставили? Да возьми ты это! Они могут мне пригодиться. Не знаю, зачем тебе могут пригодиться ножницы, но согласна, давай. Мамино лекарство, она правда ей помогает. Мамина швейная машинка. Она научилась шить сама, потому что никто не смог шить ей то, что ей нравится. Эта ткань не выглядит новой, но мне кажется, я никогда не видела ее в доме. Наше вино. Папа им так гордится. Ну, разлилось чуть-чуть. Попробуйте сфотографировать воробья на улице, чтобы проверить работу фотоаппарата. Да, это понятно. Конечно. Здесь у папы была правочная комната из-за своей работы. Он больше не фотографирует, но фотография по-прежнему остается его истинной страстью. Если захочется, я всегда могу воспользоваться проявочной. Что это такое? Для проявки снимков используются три кюветы. Проявитель, промывка и фиксаж. После этого можно промыть прямо в раковине. Для проявки снимка... А, что? А, да. Мне нужно сделать снимок, прежде чем использовать увеличитель. Это устройство папа принес сюда на прошлой неделе. Оно старое, но еще работает. Он всегда любил всякие технические штучки. Я не очень люблю обычное вино, но наше десертное сводит меня с ума. Оно очень сладкое. Да что такое? Ты чего так оптимизирована-то? Прежде чем кто-то сказали, подумали, что у меня проблемы с ПК, я уже говорила, что я обновила ПК. Это не проблемы с ПК стопроцентно. Теперь такие просто завораживают. Я бы хотела научиться работать с деревом. Здесь муж моей няни делал мне кукол. Марионетки, с которыми я играла, сделали здесь. Красиво. В детстве я об этом даже не догадывалась. Мне всегда говорили, что их принесла фея. На самом деле я в это не верила, но думать об этом было мило. Когда я была маленькой, эти бочки казались огромными. Я думала, что смогу в такой жить.
здание сейчас кажутся огромными, нет? Это открыть нельзя? Нельзя. Ну, пошли отсюда, значит. В день святого Алексия в городе измучена Мангла американскими бомбардировками бушует битва. Рота Богородицы Кармельская полка Фальширм вчера нанесла... Ой, господи, ты еще тут? Заставив французов отступить в бой. Короче говоря. Окей. В соответствии с нашей предварительной договоренностью мы отправляем вам военный шифровальный аппарат для связи. Устройство должно храниться в строгой тайне. О боже! Хейл. Фелд Маскерало. Карл Эйч. Пец. Тяжкая, конечно, игра, действительно. В моральном смысле. Ну, я не думаю, что здесь у вас очень холодно. Она как? Нормально? Ну. Ладно. I don't need that right now. Okay. Что еще? Ну, здесь мы вроде все. Пошли, значит, на улицу. Угу. А можно походить? Ничего ж страшного, если я похожу здесь. Ух ты. Посмотреть, так сказать, на виды. Опа, это что за дверь? Открой. Нет? Ну, не открывай, значит. Если не хочешь. Ух ты, это что? Я не знаю, сюда ли я должна вообще идти, но я... Когда я была с Нэнни, мне всегда хотелось здесь поплавать, даже когда было холодно. Ага, здесь я пройти. В детстве я проходила сюда рыбачить. Ходила сюда с одним добрым человеком, который работал на моего папу. Не знаю, где он сейчас, может быть, тоже на войне. Давай возьмем велик, да? Господи, да что с тобой? Ты чего? Здесь я не могу зайти. Угу. Я не знаю, когда резко поворачиваешься в другую сторону, она лагает. Ладно, давай велик возьму. Ну или посмотрю. Наверное, это нельзя оглядеть, неважно. На велосипеде Джулии можно быстрее добраться в нужное место. Колесо, как обычно, сдувается, но насос решит эту проблему. Где я должна найти насос? Здесь может... Что тут у вас? Это центр нашей фермы, но с тех пор, как мы сюда приехали, она больше не работала. Папа говорит, безопасность прежде всего. Прежде всего. Ну да. А у вас коровки есть? Смотри-ка.
Когда я была маленькая, я боялась животных. Я никогда не подходила к ним одна. Прикольно. Кролики и коровки. Ну да, они должны быть не бедными. Так-то. И козочки, это грыбать, нифига. Они прям должны быть вообще ни разу не бедными. Не, ну это и так понятно, я просто как бы добавляю. Подожди, покажи мне мой... Что, ссылка? Нет, не то. У меня есть ножницы. Котик. Вы собираетесь воспользоваться фотоаппаратом Джули. Это да, какой-то фотик с пленкой шириной 120 мм. Вы будете делать снимки на нем до конца игры. На некоторых фотографиях будут присутствовать скрытые элементы, позволяющие добиться прогресса в прохождении сюжета. При удержании камеры ключевые объекты для съемки будут отмечаться особым значком. Значок будет появляться, становиться четче при приближении к объекту. Нажмите «Е», чтобы посмотреть фотоаппарат. Вспоминаю приспособление. Смотрите фотоаппарат. Нет разблокированных скинов. Найдите объект, который хотите сфотографировать. Нажмите, чтобы продолжить или выйдете из режима съемки. Похоже, вы готовы сделать первую фотографию. Для упрощения симуляции изображения предпросмотра сразу отражает изменение настроек. В реальной жизни изображение видеоискателя передается с дополнительной линзой, отражает только фокус. Пора сделать свой первый снимок. Стоя неподвижно, вы можете настроить поворот, наклон, высоту фотоаппарата. Угу, логично. Откройте панель расширенных настроек, сделайте свой снимок уникальными. Воспользуйтесь настройками на панели для изменения фокуса, выдержки и диафрагмы. Нажмите, чтобы переключиться на кладку. Здесь можно найти вспомогательные приспособления для фотоаппарата. Пленка. Закрыв окно, настройте фотоаппарат, затем нажмите Space, чтобы начать съемку. О, прикольненько. Ну это типа фильтрики. Все понятно. Это фильтры, все ясно. А, ну-ка, фильтры, давай я вот как-то потемнее, тут как-то посветлее, и вот как-то пофиг вот так. Вот это что, фокус? А, вижу, расфокусировано, а это сфокусировано, красиво. Ну давай я просто сделаю какой-нибудь снимок, да? Типа... Не знаю, зачем... Поздравляем, вы сделали свой первый снимок. На протяжении игры можно снимать любое количество фотографий, но учтите, что лишь несколько будут ключевыми для прохождения сюжета. Вскоре вы узнаете, как проявить сделанные снимки. Это хорошо. Мне надо было сфоткать что? Посмотреть на карту. Сделать снимок в саду. Мне типа направо. Там где-то сад. Где-то тут сад. Короче, мне... Можно мне выключить это? Спасибо. Вот сюда. И тут где-то будет сад. А, ну так вот это и есть сад, нет? Ну да. А, вот оно как работает. А давай я сохранюсь. Я не уверена, что... Если я подхожу, подойду к нему, он, наверное, улетит. Поэтому я не буду... Ходить, я просто сделаю снимок. Сразу на Q можно? Да, можно на Q сразу. Использую фотоаппарат.
Слишком далеко. Объект в кадре. Фото с хорошим освещением. Размытое фото. Это... Размытое? А что оно размытое? Давай не размытое, чтобы было. Вот, четко, вообще отлично. Ой, прикольно, прикольно. Это типа всякие условия, да? Окей. Зачем мне это делаю здесь? Короче, сфоткай его и все. Фотографии есть, теперь надо пойти в подвал, чтобы проверить. Ага, и улетать он все-таки не собирался. Ну ладно, неважно. Папа недавно стал генералом немецкой армии. Раньше он был фотографом на передовой, но теперь он отдает фотоматериалы мне. Сейчас, когда Марты нет, только этот фотоаппарат способен хранить мои мысли и воспоминания. Я не могу позволить себе забыть. Давайте тогда закончим здесь. В эту проявочную уже в следующей серии зайдем. Спасибо вам, Твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твиче. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.